Друг, это какой город? Тель-Ави? Да. Аэродром как поехать? Направо. А, спасибо. Рубен Вартанович, а зачем нам аэропорт? Нам прямо ехать надо. Адрес хочу. Он раньше здесь работал. Кто? Один грузин. Мой знакомый друг. Я вот напишу: здравствуй, Валикджан. А он скажет: ва, как меня нашел, откуда? Ему будет приятно. Когда ему будет приятно, я буду чувствовать, что мне тоже приятно. А ты говоришь прямо. Меня в Орджоникидзе ждут. Знаешь что, я тебе умный вещь скажу, но только ты не обижайся. Когда мне будет приятно, я так довезу, что тебе тоже будет приятно. Я грузин, ты армянин. И Кавказу нас один, ты сосед мой, ты земляк. Я вино пью, ты коньяк. Наши танцы как пожар, и лезгинка, и кочар. Наши доли, ваш дудук, ты мой друг, и я твой друг. Ари-ха-ра-ле, от Саватане. Ари-ха-ра-ле, черге на цуале. Ари-ха-ра-ле, опут мерлим ез, женичириме. Носим на руках, ведь любит их не вопрос. Посмотри на этот нос. Умный вещь, скажу я вам. Я за друга жизнь отдам. Если другу хорошо, знай, мне тоже хорошо. Значит, всем нам хорошо. Ари-ха-ра-ле, от Саватане. Ари-ха-ра-ле, черге на цуале. Ари-ха-ра-ле, опут мерлим ез, женичириме. Скажи Кукушу, чтобы он по этому телефону позвонил в Дилижан и сказал Хачикяну, что Валико ему на международной аэролинии купил...